В Чебоксарах готовится к фестивалю оперетты. Впервые он будет носить статус международного. Организаторы театра оперы и балета обещают грандиозный культурный праздник, который пройдет с 20 по 30 июня. 20 и 21 июня в Театре оперы и балета состоится торжественный прием в честь Ганны Главари. Это главная героиня премьеры фестиваля оперетты «Веселая вдова». Все зрители, дирижеры приглашены на прием. Сценический ход, когда спектакль начнется сразу, как зритель войдет в фойе театра. Сбор гостей в 18 часов. Приветствуются вечерние костюмы, живая музыка и вкусный десерт. Так что если вы успеете к 6 часам, я надеюсь, вы будете приятно удивлены не только звуково, но и также вкусово. Содержание не менее важное. История любви будет рассказана через венский вальс, украшенный венгерским колоритом и французским шармом. Я только что из пошивочного цеха. Очень усиленно идет подготовка, шьется огромное количество костюмов, потому что есть много переодеваний в костюме. Солисты несколько раз переодеваются, поэтому и огромное количество костюмов, головных уборов, обуви, полный комплект. География фестиваля в этом году заметно расширилась, благодаря чему у мероприятия появился статус международного. Так, 26 июня в Театре оперы и балета покажут оперетту «Граф Люксембург». Партию Рене исполнит артист Республики Коми. В Сильве 28 июня будут выступать солисты из Каргандинского академического театра музыкальной комедии. На гала-концерт 30 июня приглашены солист Волгоградского музыкального театра и Московской оперетты. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика.